улыбкой поделились со своими близкими и родными. И когда они на нас смотрят, они нас видят счастливым, а мы знаем, кто это счастье нам сегодня подарил. Лариса, доброе утро! Утро, утро, друзья! Как ваше отличное настроение! Воскресное! Да, в вопросе уже прозвучал ответ, а я уже облилась сегодня во дворе, видите, мне еще волосы мокрые не высохли, я такая бодрость духа, души и тела, и сейчас мы с вами будем зажигать, потому что у нас сегодня йога смеха. И, дорогие друзья, если есть кто-то, кто первый раз, то хочу сказать, что йога смеха, она пришла к нам с Индии. И поэтому йога, да, а еще йога, потому что это про дыхание, а еще это тренировка, то есть это не просто поржать, да, а это самая настоящая тренировка, как в спортзале. Именно поэтому мы смеемся независимо от того, смешно нам или не смешно, а мы относимся к этому как к тренировке. Но все же, конечно, мы включаем различные игротехники, различные приколы, можно шутить, можно дурачиться, потому что мы превращаемся в детей, да. Давайте возьмем ключик, повернем и превратимся в ребенка, пустим все ребенка, чик-чик-чик. Этот ключик выпустит. И мне сказано, будьте как дети, всегда радуйтесь, да. А кто-то скажет, ну просто так смеяться нельзя, это же вот признак дурачины, а мы говорим, смех без причины, признак медицины, да, признак здоровья и радости. И когда вы, друзья, идете в спортивный зал и поднимаете штангу 7 потов, это тоже неестественно. И когда вы пресс качаете или приседаете много раз, это тоже неестественно. Но вы это делаете ради того, чтобы кубики, например, появились, да, чтобы силы набраться. Вот то же самое и йога смеха. У нас усиливается кровообращение. Мы включаем в себя очень много гормонов радости, гормонов счастья. Да? Мы заряжаемся, наш мозг не различает специальный или настоящий смех. Но в результате мы все переходим на настоящий смех, да? А еще это эмоциональный интеллект, управление своими эмоциями, распознание других эмоций, еще это возможность уйти от всяких-всяких вредных привычек и наполниться радостью, чтобы дарить этому миру счастье и радость. И вот Василий напомнил, что нужно пить водичку, да, я тоже приготовила, у меня вот такая вот чашечка, классно, тут написано, да, в общем-то, с клуба миллионеров еще такая золотая, да. Вот. И, друзья, вода, она имеет память, поэтому и когда мы что-то говорим и пьем, это очень важно. Когда мы готовим, очень важно быть в хорошем настроении. И, вы знаете, человек-то тоже на 80% в среднем состоит из воды. И наша кровь – это практически вода. И поэтому, когда мы смеемся, представляете, каждую клеточку мы заряжаем радостью. Вот как это работает. Ну, а сейчас давайте с вами попьем, потому что у нас сегодня на горлышко такая предстоит нагрузка хорошая, вы это знаете, да? Мы с вами часто экспериментируем, мы так прокачиваем все хорошо, потом я вам расскажу, потом у меня результат какой получился, да. Ну, и сейчас мы говорим, водичка, я благодарю тебя за то, что ты даришь мне здоровье. За то, что я молодею. За то, что я набираюсь энергии, радости. Я всегда в ресурсном состоянии, да. Я уверена, моя самооценка растет с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой, да. Я хочу танцевать, я хочу петь, у меня внутри много-много энтузиазма и вдохновения, да. Я настоящий лидер полной харизмы, да. А, ну вот, хорошо, мы все это проговорили. Молодцы, кто молодцы, мы молодцы, да. И немножечко вспомним о правилах смеха, да. И, наверное, будем все-таки тоже не упускать такой момент, что одно из правил смеха – это следить за дыханием. Мы ведь уже сказали, что йога – это про дыхание. И поэтому мы сейчас с вами наберем животик, полный животик. Выдох. Еще раз вдох.
и животик втянулся. Еще раз вдох. И животик втянулся. И знаете, как это упражнение мне помогло? Я пообещала поделиться. Значит, моих внучек был последний звонок, они переходят уже, такую, в общем, закончили начальную школу. И нас пригласили надувать шарики. Так как моя невестка с сыном уехали на полгода в Турцию, то я сейчас вот такое бремя родительское на себе несу. Я пошла в актовый зал, и мы там с родителями надували шарики. И знаете, на что я обратила внимание? Вот раньше, когда надувала шарик, у меня голова окружилась. Я когда увидела это море этих шариков, я думала, боже мой, как я это выдержу. Я думала, украшать там, вешать, все, тут надувать. И вы знаете, когда я стала надувать, я так вошла в роль, мне так понравилось. То есть вдох в животик и выдох в этот шарик. То есть не так, как раньше. Голова не кружилась, шарики надувались быстро, огромные. Короче, я надула больше всех шариков, и они у меня оказались огромные. И вот когда все мамочки, значит, стали эти шарики там нанизывать, гирлянду делать, то они, знаете, первые, они удивились и сказали, как вы вообще можете такие шары большие надувать. А второе, они сказали, давайте их сдувать, потому что они слишком из вязанки выделяются. И мне пришлось эти шарики сдувать наполовину. Представляете, я никак, у вас голова не кружится. Я говорю, вы знаете, занимайтесь йогой смеха, и у вас не будет кружиться голова, и отлично будете себя чувствовать. Вот, еще рекламу сделала. Поэтому давайте сейчас, ребята, подышим животиком и представим, что мы пришли в школу, да? А кто-то действительно еще пойдет, может, у кого-то еще там предстоят какие-то последние звонки. И вот сейчас мы будем делать вдох низом живота, надувать. А при этом, смотрите, плечи опущены. То есть мы делаем вдох, плечи у нас не поднимаются к ушам, да, в грудь, плечи, все на месте. И будем шарик с вами надувать. И делаем вдох. Живот. Вдох, живот. Вдох. Такой шар у нас надулся, да? Зажали его. Скручиваем. Завязываем. Отпускаем у нас. И к потолку. Хорошо, нам надо много шариков. А что мы, знаете, что забыли? Мы в шарике сегодня, мы сегодня похулиганим немножко. Мы в шарике напишем всякие записки, всякие сюрпризы положим, да? И разрешим детям сегодня прийти с рогатками в школу. И приготовились, и все пишем записки. Что бы вы пожелали своим детям, что бы вы пожелали своим внукам? И пишем. Всегда верь в себя. Да? Классная записочка. Шарики выкладываем. Другую записочку. Говорите, Ирочка, что ты там пишешь? Вася, что ты пишешь? Будь всегда добрым. Будь чемпионом, будь чемпионом. Да, пишем, ты чемпион. Кручиваем. У меня день рождения, поэтому я пишу. Внук именинник сегодня, я ему и написала. Что пишешь, Ирочка, что пишешь? Будь лидером, победителем, успешным человеком. Да, пиши, ты лидер, ты победитель, да, верь в себя, да. Ну и все пишут, вкладываем шарики. Ну и поехали еще раз. Их надуваем вместе, вдох, животик. Выдох длинный до конца. Шарик растет. Давайте завязывать, а то лопнет раньше времени. Завязываем, отпускаем. Так, вот у нас уже сколько шариков. Ну, давайте еще, каждый хотя бы по три. У нас уже тут много шариков. Давайте лучше по пять. Вдох. Вдох.
Фу, какой уверен большой. Кручиваемся, связываем. И наши все пожелания, записочки. Как шарик взлетел. Ну-ка покажите, как шарик взлетел. Получается. Ну-ка помассируйте, кого не получается. Помассируйте пальчиком на шарик. Звук добавили. Хорошо. И заходят наши дети под музыку, идут. Наше чудо. Самое лучшее, самое красивое. А мы чик каждого, чик, увеличим каждый своего красавца, красавица, чик. Маш, меня, поцелуйчики, тут такие. И встали, учительница говорит, ну, давайте стихотворение расскажите. А мальчик забыл стихотворение. Ну, вспомнил, знаете, какое стихотворение? И говорит, на первый снег взглянул щенок и ничего понять не мог. Откуда столько белых мух набилось на забор? А может, это птичий мух летит через забор? Он пас раскрыл снег, ухват, и стал задумчиво оживать. Живет, живет, ну вот беда, на языке одна вода. Совсем сконфузился щенок, из конуры обратно лег. Он был не глупо, просто мал, он снег впервые увидел. И представляете, лето уже на носу. Слышим стихотворение по зиму, и все стали смеяться и хлопать. И вдруг мы увидели, что некоторые ребята, особенно учителя, они так смеются зажато, у них вот такие дырты, а кто-то так смеется, а кто-то чуть-чуть вот так. И мы поняли, что такие вот они стали стеснюшки, потому что вот надавил на них этот социум. И учителя бедные, выжженные такие. И они говорят, учителя, ну, может быть, кто-то из родителей напутственное слово скажет, да? Ребята всю жизнь вышли, такие учителя, еле говорят, как выжженная трава, вот такие вот обесточные. Боже мой, и тут вышла я. Фейерверк. Энерджайзер. И я сказала, ребята, будьте как дети, давайте радоваться, давайте громче, больше смеяться, да? И говорим, и так, смотрите, как мы надули шарики, мы делали вдох животом. И, ребята, давайте сейчас, кто громче всех просмеется, и кто шире всех откроет рот. Давайте пометим, у кого кулак поместится, чтобы вот эти все четыре косточки поместились. Ну-ка, поможем, оттянем. И дети стали соревноваться, стали хохотать. А мы говорим, громче, громче, больше жизни, да! Ребята, вот завтра каникулы, вы рады, они все вместе, да! А мы говорим, кто тихо смеется, завтра опять в школу пойдет. Они испугались и громко. А мы говорим, а кто дольше всех сможет смеяться без придыхания? Ну-ка, девочки, начали, девочки, вдох. И... Ha ha ha!
А теперь мальчики, ну-ка, а теперь все вместе, и мальчики, и девочку. Дольше, кто дольше, мальчик или девочки? А теперь, ребята, все встанем и добавляем тело в дело. И дурачимся, и смеемся, и дразним друг друга. Девочки мальчиков дразят, мальчики девочек. Никто ни на кого не обижается, все смеемся. Смеемся так, чтобы пресс болел. И считалочку выудим. Хо-хо, ка-ка-ка, хо-хо, ка-ка-ка, хо-хо, ка-ка-ка. Да, хорошо, хорошо. Да, лучший день, да, потому что последний день школы, завтра каникулы. И открываем широко рот, кричим «Ура!» и долго-долго смеемся. И «Ура!» Вдох. Выдох. Ребята, взяли все рогатки, мы вам всем дарим рогатки. И сейчас мы будем стрелять не по птичкам, нет, не по лампочкам, так нельзя. А мы приготовили вам сюрприз. Смотрите, сколько шариков, выбирайте любые. Мы будем стрелять по шарикам и читать, что же вам там вышло, да, какое послание свыше. Приготовились, девчонки, тоже берите рогатки. И приготовили, взяли рогатку и оттянули. И каждый смеется, открывает. Обязательно условие смеяться, когда разворачиваем. И читаем «Я победитель!» Еще стреляем, кто больше шариков наш лопат. Еще. И читаем. «Я президент России!» Ого! «Я президент России!» И разворачиваем. «Я лучший пианист мира!» Ого! Ребята, а если у кого-то были какие-то проблемы, какие-то обидки, да, учителя, они такие, они иногда нас обижали, они иногда нас не понимали. Дорогие учителя, мы знаем, что вы тоже на деток обижались и злились. И давайте мы все это вот так сейчас лепим. Все наши обидки, все наши печальки, все наши непонимайки. Все это. И расстанемся с этим, потому что у нас должно остаться на душе, на сердце только свет и радость. И ступили, и вдох, и
у кого-то что-то осталось, давайте. Ребята, всех должно быть только благодарность, только добро на душе. Учителя, вы столько сделали для наших детей, вы 4 года терпели. Мы знаем, как это было нелегко. Мы-то и сами дома не совсем справляемся, а вас хлопают. И все эти наши трудности, печальки расстаемся. Я... А теперь соревнования между учителями и детьми. Кто громче просмеется, у кого шире-шире будет рот. И приготовились мальчики и девочки соревнуются с учителями. И вдох, и... Громче! А теперь дети, дети, учителям на прощание попортят рожицы, и за это ничего не будет. А теперь учителя, учителя, серьезно, учителя, и портят рожицы, и дразнят детей. Еще раз вдох, выдох. Давайте попьем водички, наберем нас, солнышко светит. Давайте лучики солнышка набираем, набираем. Да. Здоровье, счастье, все это размешиваем и выпиваем. Столько радости, здоровья, счастья. А что-то там еще осталось. Ребята, учителя, давайте выкашляем все. Можно читать, точкать на все, что было не так. Хорошо, впереди нас ждет светлое будущее. Приготовились, покашляем немного. Вдох. Хорошо, хорошо. Ну а теперь что? Соревнования будут, да, у детей будут конкурсы, и они надевают на себя мешки и на перегонки попарно прыгают. Учителя между друг другом тоже. И одеваем мешок золотой, завязали его, и в мешках прыгаем на перегонки. Ира быстрее бегает, обгоняю. Победила дружба. А теперь такое сложное соревнование.
Катя, и кто сможет, да, вам видно или нет? О, видно. Одеваем чемпионскую кепку. И смотрите. Пятки. Другое. И сейчас. 40-й трюк. И у кого получится, тот получает приз. И приготовились так, руки болтали. И... Так. О! И смеемся! Кто молодец? Я молодец! Всем задание дома попробовать. Взяли кусочек трубы, доску. И учимся вместе с детьми, а меня не видно, да? А я. Пробую еще присесть. Еще раз. И, ну, так. Ой, Лариса, держись. Лорик, головорез. Держимся, а? Так, и что-нибудь еще хочется поделать, да? Дополнительно. И так, выровняйся. Ой! И И все дети вот так вот пробуют, и все вместе смеются. И после этого я записываю в цирковую студию, чтобы научиться, да, стоим на досочке и еще крутим, давайте крутим обручи. Да. И кисти теперь, смотрите, одна кисть вперед, а другая кисть назад. И так, вперед, назад, так, Лариса, внимательно. И в другую, теперь это назад, а это вперед. Опа! Не путайся, Лариса, это назад, да, а это вперед. И вместе соединили. Молодец, скажи, я молодец, да. Ну и теперь попробиваем буквы, но мы уже такие прокачанные, да, кто ходят уже тем более не один день. И мы уже пропиваем звуки на разные буквы. И еще и дурачимся, и поем и оперным голосом, стаккато разные, да, октавы берем. Ну давайте, итак, наша первая буква, любимая, А, да? И мы говорим, кто чемпион? А, я, да? И громко-громко, А, тянем долго-долго. И кто чемпион? Я! Потом хо-хо-хо, смеемся, хорошо? И вдох. Ух ты ж! Юху! Сейчас будем хорошо. Вдох. Юху!
тянете, хоть переходите в смех, что бы вы ни делали, да, движение телом тело, но мы еще тянем это максимально, чтобы выжать из себя полностью все и брать больше 4 литров воздуха. Ну-ка еще давайте, юху. Вдох и юху! А теперь эй, хорошо? И тянем эй, и переходим смех на э. И вдох, и эй. Сейчас вот свои растянули вот эти вот мышцы, так прокачали, мы такие молодые, такие красивые, и такие улыбнулись. Как-нибудь вообще по-особенному спою. Как бы нам ее так спеть? По-особенному. Давайте в гамму перейдем. И потом потянем долго. Вдох. Я... Звука нет, а мы еще выдыхаем, продолжаем, да? Вселенная слышит, что мы видим еще покуля. Теперь вдох. Во имя мира во всем мире, так жизнеутверждающе, позитивно обняли нашу планету. Всем доброй радости, вдох и... Я... Thank you.
голос, как у нас меняется, да, такая округляется, такой. Давайте такой оперным голосом вдох. Браво! Получилось! Да, а теперь мы играть на инструментах, кто на каких хочет, и смеемся, кто как хочет, да, так и как хочет, играть на барабанах, на гитаре, на пианино, и на все буквы смеемся, и импровизируйте, фантазируйте. Свое воображение, и чтобы у вас смех был не специальный, а перерастал в настоящий. Поэтому дурачьтесь сегодня со своими бабушками, дедушками, детьми, прыгайте в мешках, веселитесь, и чтобы ваш день удался. Да. Всем, кто был с нами, с вами на связи была Лариса Иванова, тренер по радости. Да. А мы тебе, Лариса, посылаем свое сердечко. Ой, друзья, меня тут периодически отвлекали. Не хотели, чтобы я порадовался, но им это не удалось, потому что я был с вами, я смеялся. И, Лариса, каждое воскресенье это необыкновенное. А я так понял, что ты сегодня заявила о президентской гонке и дала старт. Как минимум из всех присутствующих один голос уже у тебя есть, это мой, я тебе гарантирую. Ой, друзья, ну что, было как всегда замечательно, весело, так что, друзья, не забывайте, ставьте свои будильники на 9:30 и приходите смеяться, потому что это стоит действительно дорого, потому что это удовольствие на весь день. И то, как вы его начнете, именно так вы будете его и продолжать. Вы не сможете себя чувствовать плохо, потому что на вашем лице будет улыбка, а улыбка всегда дарит радость и удовольствие. Ларисочка, тебе огромное спасибо, респект. Каждый раз это необыкновенное упражнение, это 100% импровизация. И это доставляет удовольствие, потому что каждый раз, когда я открываю твой эфир, я думаю, ну, не сегодня она повторится. И вот за все это время еще не было такого, чтобы ты в чем-то повторилась. У тебя прет творчество, у тебя энергия, радость, удовольствие. И это здорово, здорово смотреть на тебя и здорово радоваться вместе спасибо с тобой. Спасибо большое.
Я думаю, что так и самим вам интереснее, да?